раз пытался найти себя в разных фандомах, но меня нигде не принимали. И вот я нашла Лорелок. Решила попробовать, и мое творчество никого не интересовало. Пока я не решила идти и создать аккаунт под девочку с другой стороны. Я перестала обращать внимание на людей и критику. Начала делать то, что мне нравится. В этом я нашла себя. Но в реальной жизни у меня нет друзей. Есть только одна подруга, которая говорит, что я кусок дерьма, ничто из той завышенной самооценки пытаешься показать, что что-то знаешь в этом мире. Да, далеко не идеал, но я добилась многого и того, о чем я мечтала. Я ушла из фандома своей страны для того, чтобы найти себя. И нет, я не предатель своей родины. Меня просто в ней не принимают. Я пытаюсь даже сейчас, но никто не скажет, что я хорошо рисую или мои видео прекрасны. Моя подруга сказала, что я не умею рисовать и никогда не буду этого уметь. Но я не могу разрушить свою мечту, несмотря на все, стремлюсь, чтобы достичь ее. И спасибо вам за то, что поддерживаете меня, очень люблю вас, дорожу. Мне правда нравится, когда мне пишут прекрасные комментарии. Раньше я говорила себе, я ужасно пою, но сейчас говорю, мне нравится, как я пою. Раньше я говорила, я рисую Бога, но сейчас я полностью довольна своим рисованием. Я приняла себя такую, какая я есть. В обществе я не часто общаюсь с людьми, и мне довольно сложно найти себе друзей. Я радуюсь, когда я одна, но никогда не делала, что хочется пообщаться с кем-то. Могу сказать, что я люблю находиться в одиночестве постоянно, но не могу сказать, что я обожаю гулять в компании людей. Можешь